Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас на связи, как всегда, украинский политик Руслан Александрович Рогованов с докладом оперативной обстановки на украинском фронте. Здравствуйте, Руслан Александрович. Здравствуйте. Руслан Александрович, но сегодня мои вопросы будут немного необычными. Обычно, как правило, я прошу вас вначале рассказать об оперативной обстановке, но дело тут вот в чем, что за 10 дней войны информация из украинских СМИ, она по индексу цитирования стала топовой, и поэтому все журналисты в основном на нее ориентируются, ну, посудите сами, ну, не на брифинге же Коношенкова ориентироваться, который докладывает, что потерь нет. Вот. Но дело в том, что сейчас именно от украинских СМИ пошла такая информация, что я вынужден вас переспросить, не фейк ли это, и это очень серьезно. Потому что если и украинские СМИ начали заниматься фейкомерством, то это будет очень плохо. Так вот, первый мой вопрос со ссылкой на главу Харьковской администрации Олега Синегуба. По его информации, только в Харькове за время боев уничтожено более 500 единиц бронетехники оккупантов. Помилуйте, 50 я могу в это поверить. Давайте. 500? Смотрите, давайте говорить о другом. Есть официальная сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Угу. Если говорить о общих потерях, или, грубо говоря, об общем уничтожении техники, да. Там есть сводка, есть цифры, есть со всеми ссылками, причем там, где есть подозрение, написано такое-то количество, и данные уточняются. Mm-hmm. Это не секрет, в любой можно спокойно, то есть можно даже на сайт ВСУ зайти, можно посмотреть mm-hmm. в интернете, это mm-hmm. все есть, в телеграм-каналах. Там четко сколько, чего, куда и как. То, что заявляют у нас отдельные руководители, ну, скажем так, руководители все-таки у нас есть разные, и кто-то хочет показать больше, чем есть, да, поэтому мы ориентируемся не на заявления каких-то конкретных лиц, да, мы ориентируемся на официальную статистику. Официальная статистика, кстати, на удивление подтверждена Биллингейтом о том, что действительно потери в живой силе противника могут составлять порядка 10 тысяч, то, что мы говорили, то есть то, что никто не верил. В этой же части я напомню по Нарусовой, которая на заседании, когда принимали этот великий закон о запрете рассказывать правду про войну в Украине, она сказала, что срочников выводили и из роты 100 человек вывели 4. Вот-вот, вы с языка сняли вот этот вопрос. Я и хотел вам задать следующим. Нарусова сказала, что потери составляют 96%. Простите, но это не может быть. Как может быть. Да? Смотрите, давайте говорить по-другому. Нужно говорить о том, где были потери. Если потери среди срочников, то действительно там может быть 96%. Как? Мы не забываем. Как? Мы не забываем, что кроме срочников на стороне России воюют ОМОН, СОБР, которые воевали в Чечне в той же самой, которые имеют боевой опыт. Мы не забываем, что воюет Вагнер, ЧВК, который имеет боевой опыт. Мы не забываем, что работают спецподразделения России. И они имеют боевой опыт, соответственно, потери у них на порядок меньше. У них потери на порядок меньше. Mm-hmm. А когда, извините меня, вы пригнали срочников, которые от мамки забрали, которые не понимали, куда они идут и что происходит, конечно, их расстреливали, извините меня, как на картинке. То есть они же даже не умудрялись прятаться. Они не умудрялись. Но там до смешного доходило. Там доходило до смешного. Они приезжали в село и спрашивали, куда им ехать. Mm-hmm. То есть они не понимали. Соответственно, среди срочников действительно потери могут составлять до 96%, особенно те, которые переходили первые, или те, которые там попали. Но вот, допустим, на том же Гостомеле по направлению, да, когда шли, там не было срочников. Там были кадыровцы, были вагнеровцы, были кто угодно. Были спецподразделения. Потому что это основное направление прорыва на Киев. Они же планировали захватить протестный квартал. Конечно, там потери в живой силе меньше, чем, допустим, потери на том же Черниговском направлении, где кинули срочников. Uh-huh. Извините меня, когда идет колонна, как будто она на параде, а ее расстреливают, соответственно, с соответствующих видов оружия, да, в том числе накрывая и реактивные системы огня, и байрактары работали. Ну, понятное дело, там просто не сразу раз колонна полностью со всеми людьми. А если в это, я напомню еще, что первые дни, кроме танковых колонн, то есть
колонны были сформированы по принципу, идет тяжелая техника, потом идут какие-то, грубо говоря, грузовые автомобили, перевозящие живую силу. И скажите мне, если у вас даже в одном автомобиле, грубо говоря, у вас получается там взвод. Соответственно, 30 человек, конечно, испаряется в небо. Ну, понятно, в общем-то. Поэтому здесь нужно понимать, что там, где ведут действия боевые люди, имеющие боевой опыт, там потери меньше на порядок. А там, конечно, первые потери, куда, почему вводили срочников в срочном порядке, потому что испугались, ну, потому что потери колоссальные. Потому что это мясорубка, которая перемалывала, перерубывала все, что может попасться под руку. Это то, о чем мы говорили, о чем я предупреждал, о чем я говорил россиянам. Что вы придете, против вас будет воевать вся земля. Но, алло, Руслан Александрович, подвисли немножко, друзья, я прошу прощения, вы понимаете, что работаем, что называется, в полевых условиях, но я умышленно не отключаю, чтобы вы видели сегодня 5 марта 2022 года, суббота. 12.05 по московскому времени, 11.05 по киевскому времени. Так, друзья, вот у нас наконец-то восстановилась связь. Вынужден все-таки был остановить запись. Руслан Александрович, то есть, иными словами, получается так, что полное нарушение законов ведения боевых действий, когда вначале бросаются на прорыв элитные части, а такие срочники, ну, они идут в тылу. Здесь наоборот, что ли, получилось? Во-первых, да. Во-вторых, я вам могу сказать из допроса, разведки, которая вашего Министерства обороны России, которая четко сказала разведчик, что их забросили под Киев с заданием дойти до предместьев Киева без контактов с местным населением. То есть у людей ни карт, ни телефонов, ничего. Их забрасывают в другое государство, которое без контактов должно дойти до предместьев Киева. Знаете, я хочу вот вчера родилась мысль, я хочу ее все-таки озвучить, пусть все подумают, особенно россияне, очень сильно задумаются. А Владимир Владимирович Путин не является ли агентом Соединенных Штатов Америки? Во-первых, полный развал экономики России, который сейчас происходит и будет происходить. Во-вторых, люди массово... Бить по ветряной тревоге. Сейчас, одну минуту. Во-вторых, массовая... покидание России людей, которые в принципе являются основой бизнеса, политики, чего угодно. То есть все начинают сейчас массово текать. Я приведу пример, там последний, там ушел глава в Аэрофлота и уехал за границу. Да, там, Пугачева вместе с Галкиным уехали за границу и призвали всех покинуть Россию. Ну и так далее. То есть масса фактов, когда люди просто уезжают, понимая, что России уже не будет. Зачем такие действия? Второе, еще один из вопросов, вот здесь как раз касающийся солдат и всего. Скажите мне, а вот этот вот ритуал принесения жертвы генофонда России, пуская мужиков, молодых солдат в украинскую мясорубку, которая перемалывает их всех, это не на руку ли Америки играет, не на руку ли это НАТО играет? То есть... Плюс, извините меня, мы за это время получили столько трофейной техники, сколько Укрпром, НАТО и все остальные нам не давали. То есть мы за эти 9 дней мы техники получили, за 10 дней уже, мы техники получили больше, чем за все, там, ну, не знаю, там, лет за 15, наверное, последние. Причем техники современные. Вот объясните мне, это ли не игра на сторону НАТО или на сторону Украины? Вот мне интересно, чей агент Владимир Владимирович Путин? Ну, я совершенно тоже, вот я вас слушаю, я офигеваю. Но я продолжаю вопросы по поступившим новостям. Вот прошла информация о том, что в оккупированном Херсоне, как сообщается, было 11 подтвержденных случаев изнасилования российскими военнослужащими. Скажите, но я не понимаю, если это... Официально... Как это официально могли подтвердить? Официально подтвержди, официально губернатора Лагута, официально сейчас Минздравом, больницей.
всеми подтверждено, что данная информация является фейком. А, обращений вот, по поводу, обращений по поводу изнасилования, тем более по смерти от изнасилования не было, не поступал. Отлично. В том числе в ту больницу, которая приводится в пример. А то, что беспределят, но в каком отношении? То есть, что делает русский мужик на захваченной территории? Ну, поверьте мне, он не к бабе идет. Они взламывают магазины, жрут, потому что они голодные, и пьют. И потом начинают палить во все стороны. Вот погибшие мирные жители в этой ситуации есть, потому что придурки, нажравшись, палят абы куда. Это да. Это подтверждено не одним, это в Тростенце. Тростенце вообще ситуация очень тяжелая. Но первое, что они сделали, они, извините меня, вскрыли все продовольственные магазины, нажрались, в прямом смысле наелись, и потом напились, и потом начали шарашить во все стороны. И при этом всем, то есть они не дают сегодня хоронить людей. Они не дают сегодня в Тростенце собрать трупы на улицах, стреляя, если к ним кто-то подходит. Тростенце гуманитарная катастрофа именно в этом плане. И люди сейчас, чтобы пытаются максимально утащить с улицы и ложить в подвал, чтобы хоть как-то сохранить погибших. Это официально. Это не шутка. Понятно. Это вот по поводу гуманного отношения и операции по освобождению Украины. Кто из нас фашисты, блядь? Вот кто из нас фашисты? Извините меня. Даже во время Второй мировой войны останавливали бой, чтобы собрать погибших с поля боя. Но это правило ведения войны, вообще-то. Сегодня, наконец-то договорились о создании гуманитарного коридора с Мариуполя в Волновахе, который сегодня будет работать, объявили о дне тишины. Будем надеяться, что Россия выдержит свои обещания о выводе мирного населения с Мариуполя, который, я повторю, 4 дня уже без света и воды. Если кто-то хочет вспомнить аналогию, то вспомнит пусть Ленинград. Только ситуация в Ленинграде, там не было еды. А без воды человек 3 дня живет, не больше. Хорошо были запасы. Сейчас гуманитарный коридор выйдет, будем надеяться, что уменьшится жертва среди мирного населения. Но все сидят и со страхом ждут этот гуманитарный коридор. Все помнят Иловайск. Обещание командования России пропустить без оружия людей и расстрелять их в упор. Все помнят. Все помнят. Поэтому, с одной стороны, мы надеемся, что будет работать коридор, сработает, и люди выйдут с Мариуполя. С другой стороны, мы сидим со страхом и ждем, что Россия может ударить по безоружию. Прецеденты были. И не единожды. У нас это Иловайск, я могу напомнить по Чечне. Вот, у нас опять тревога. Понятно. Смотрите, мы разговариваем дальше. Единственная просьба, она сейчас немножко попищит. У меня стоит программа, чтобы было понимание. Это буквально то есть, ну, до 30 секунд. Все понятно. Следующий вопрос, Руслан Александрович. Дело в том, что, опять же, как сообщает РБК на Украине со ссылкой на главу патрульной полиции Украины Евгения Жукова, на границе с Украиной был задержан белорусский десантник, который, по его словам, перешел на украинскую сторону, потому что не хочет воевать. Это правда или нет? Да, информация подтверждена погранслужбой, информация подтверждена сейчас СБУ. Угу. Так, то есть это правда. И теперь вопросы серии вообще очевидные, невероятные. Хотя, опять же, это ссылка, я ссылаюсь на РБК Украину со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск Збройных сил Украины. Что в Киевской области российские войска вступили в бой со своими соотечественниками, другими российскими войсками. И в результате этого боя было уничтожено 9 танков и 4 БТР. Это Да, это правда. Это правда. А вот теперь давайте, это то, что говорит об уровне коммуникации российской армии, о том, что мы говорили, что у людей нет даже, грубо говоря, то есть у них позабирали телефон, у них позабирали, у них разные волны настроены. Они идут с разных концов, то есть если две части, они наступали по разным направлениям, они вполне, то есть, а там бои идут постоянно на подступах Киева, соответственно, то есть вполне могла быть
ну, об отсутствии коммуникации вполне могла произойти данная ситуация. Действительно, она произошла, действительно, они друг друга похренячили. И, ну, чем больше таких случаев будет, ну, не знаю, нам, наверное, будет легче, слава богу. Ну, это, знаете, это в, не в древних летописях, не в слово полку Игоря, а в древних берестяных летописях было такое выражение «своя своих не познаша». Так вот это, вы, это что за уровень этой, извините за выражение, армии? А, давайте говорить откровенно. Если бы не было авиации, которая, в принципе, то есть на сегодня у нас не хватает ПВО, но мы защищаем, слава богу, хорошо, и самолеты. Если бы не ваша авиация, которая, в принципе, имеет, ну, большее давление, но в итоге оно падает на порядок больше сбитых самолетов Российской Федерации, которые погибли, то, в принципе, мы бы уже перемололи бы и, наверное, бы вышли к границам. Я хочу сегодня привести вам один пример для понимания ситуации. В Ордло, на территории ДНР, ЛНР, идет массовая эвакуация. Люди уезжают, эвакуация прекращена официально. Неофициально люди массово покидают. А знаете почему? Потому что они верят, что ВСУ скоро будет освобождать Донецкую, Луганскую область от российских войск и их сателлитов. А тех, условно, народных милиций ДНР, ЛНР, которые, в принципе, те же самые первый, второй корпус российской армии. Вот я просто говорю, обращаю внимание, что люди гражданские, находящиеся на неподконтрольной территории, верят в ВСУ больше, чем в российскую армию. Это значимо? Да, но тут есть и другая сторона медали. Тогда, извините, Руслан Александрович, но тогда это подтверждает действенность российской пропаганды, что они верят, что украинский госдепо-сионисто-гейропа-бандеровцы будут там устраивать геноцид. Нет. И резать головы, что ли, мирному населению? Так, что ли, получается? Вопрос же не правильный, вопрос же не в геноциде, вопрос в освобождении. Смотрите, ну качались-качали, 8 лет. 8 лет Россия не освобождала свою Ордло. 8 лет люди были обижены, унижены, оскорбленные тем, что они живут самостоятельно. Да? На сегодня Россия, воюя на территории Украины, так ДНР, ЛНР к себе не приняла. Ну, по факту, ну не приняли. То есть их опять кинули. Гинули как мясо под удар под спецов российской армии. Ну, вопрос даже не в этом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Украина сейчас вынуждена будет освобождать свою территорию до границ. Не мы зашли, не мы начали войну полномасштабную. Не мы начали полномасштабную войну. Стоял уже вопрос о том, что может быть даже о возможном признании ДНР, ЛНР и выстраивании там, грубо говоря, забора или там стены, чтобы они просто там жили, отдав им самостоятельно. Были такие обсуждения, вполне возможно, они бы могли бы быть. То есть никто не собирался их освобождать силой, тем более не там устраивать геноцид. Да, и тем более, как устроить геноцид, если половина родственников находится там, а половина находится здесь. Да? То есть, ну, как бы тяжело говорить о геноциде. Я напомню, что, в принципе, то есть русскоязычное население воюет больше, чем даже украиноязычное, то есть, ну, неважно. Сейчас, слава богу, все начинают переходить на украинский язык, даже между собой хотя бы. А просто уже принципиально, это был период 2014 года, кто не перешел в 2014, переходит сейчас на украинский язык. Но по факту, Киев разговаривает на русском, соответственно, воюет на русском. Донбасс разговаривает на русском, воюет на русском. Харьков на русском, воюет на русском. Херсон там, в зависимости от того, но сам город говорит на русском. И так далее. Если посмотрите сейчас, мирные жители в Херсоне постоянно давят российскую армию, то есть безоружные жители идут и протестуют, выгоняя из города. На русском языке, на русских матах. Ну, я вам могу сказать, что в Одессе таки свой язык, там понимают слов, но там свой говор. И Одесса – это Одесса. Одесса – это Одесса, Одесса, за Одессу. Да, это так. Потому что Одесса – это очень мягкий город, и очень мягко
лапками просто придавит, потому что, насколько есть информация, на сегодня уже один десант. Я прошу прощения, тут у меня уже звонок. Сейчас я выключу. Секунду. Да, я прошу прощения. Это у меня уже звонок. Руслан Александрович, и в заключение... Одесса, кстати, сейчас... Если сегодня, точнее вчера вечером, один из десантных кораблей на рейде все-таки достать. Понятно. Когда вы подумаете, лапок одесса. Кстати, русский корабль «Иди на», я же уже как-то говорил в передаче, девчонка с Одессы сделала татуировку, как раз вот именно русский корабль «Иди на». Русская девчонка, точнее не так, она даже... Украинская гражданка, еврейка по происхождению, она сделала на русском языке. То есть, это чтобы понимать, что происходит. Весь народ уже Азов. Весь народ. То есть, если сейчас Россия не остановится, они потом не остановят нас. Понятно. И в заключение у меня вот какой вопрос. Прошла информация о том, что российские войска пустили таки воду в Крым. Но мне сложно в это поверить, и я объясню почему. Потому что вода в Крым поставлялась только летом, а вот в это время она не поставляется. Сейчас туда понесет всю эту грязь, все это, там мало того, что возможны затопления, там возможны в Крыму, они сами же устроят инфекционные заболевания. Поэтому мне крайне сложно поверить в правдивость этой информации. Вы можете как-то это прокомментировать? Да, могу. Могу четко сказать, как прозвучала фраза от Российской Федерации. Мы начали заполнять Северо-Крымский канал. Угу. Так. Ну, то есть, вы сказали, начали поставлять воду в Крым, а я говорю, что мы начали заполнять Северо-Крымский канал. Угу. Вы чувствуете разницу? В этих нюансах и находится вся правда, которая сейчас фейковая, которая разносится, да? Вот в этих маленьких нюансах. Во-первых, канал, прежде чем заполнять, его нужно было чистить. За это время, что он сейчас стоит, там камыш по пояс. По пояс. Там его нужно было чистить. Первое. Второе. Перед этим буквально прозвучало, что разрушены технические системы подачи воды. А кто их разрушил? Россия ссылается на то, что это разрушили украинские диверсанты. Ну, в принципе, Государство. Это бы правда было, так прошла такая информация с российской стороны. Просто такое. Самое интересное, то есть мы говорим откровенно, что информация о том, что техники приехали, восстановили канал, восстановили технические состояния и так далее, не было? Нет. Значит, оно не работает? Согласно российской информации. Ну, я уже запутался вот в этом во всем. Поэтому вопрос такой. То есть нет, Крым воду не получил. Попытки там что-то наполнить, какие-то лужи, показать картинку, это не подача воды и, соответственно, не работающая система. Это так для понимания. И в данной ситуации я вам просто привел ряд маленьких нюансиков, которые нужно читать, чтобы понимать, а где правда, а где нет. Да? Вот и все. Да, ну и в заключение такой достаточно смешной вопрос. Что это за история с ряженными из Крыма, которые разъезжают по украинским городам и снимаются в массовке, встречают русские войска? Что это за история? Действительно, старая привычная пропаганда 2014 года. Привезти бабушек откуда-нибудь с России, с флагами России. Даже с показать России? Показать картинку. Ну, сейчас там с Крыма, потому что это по Херсону. В Донецке это было с России, с Ростова. То есть показать картинку перед камерами. Но привести там 20-30 бабушек или там 20 дебилов, которые там получают гуманитарку под камеру, и тысячи вышедших на улицу людей, руками останавливающие танки. Вот поэтому идет сначала информация, потом мы знаем об этом, предупреждаем, что будет такая провокация. Соответственно, когда эта провокация происходит, мы уже все говорим, то есть мы же предупреждали, что будет именно такая провокация, и показываем то, что происходит правда. Вот тогда формируется правда. И фейков очень много. Фейков, Юра, фейков у нас 8 часов вечера, с началом, грубо говоря, комендантского часа, с началом ночных обстрелов города и всего остального, у нас массово идут фейки.
Начиная от того, что там Зеленский уже в Польше, заканчивая там еще какими-то там... А, теперь в Польше. Да. По-моему, Зеленский, согласно этим фейкам, объездил всю Европу. Где я только не читал, что он... Я скажу так, господа россияне, самый простой вопрос. Я нахожусь в Киеве, жена находится в Киеве, мои дети находятся в Киеве. Дети у меня, они взрослые, одна маленькая. Мы не собираемся уезжать. Мы не собираемся уезжать. Я помогаю волонтеркой, я помогаю армии, я помогаю тому, кому нужно помогать сегодня. И я пытаюсь донести информацию до дебила, который находится на той стороне границы. Ребята, у вас осталось буквально полшага, чтобы мы потом уже вас никогда не простили. Родственников, неважно кого. У нас на сегодня уже есть списки всех, кто... Во-первых, у нас уже в списке смертников у ССО находятся, во-первых, все системы ГРАДа, командиры систем, которые обстреливали мирных жителей. У нас находятся списки всех летчиков, которые летали и бомбили мирных жителей. Никто не говорит о военной инфраструктуре. Мы говорим о тех, которые наносили удары по жилым секторам, по жилым домам. У нас есть список. Я хочу сказать, что Украина не сильно отличается от Израиля. Неважно, как закончится война. Я напомню события, которые происходили после Второй мировой войны. Как долго Израиль вычищал нацистов со всей Европы, со всего мира, находя и наказывая. Так вот, украинцы... Это такие же евреи, только живущие здесь. Если посмотреть на Хазарию, то мы, в принципе, мы одинаковые, недалеко друг от друга ушли, прежде всего, даже по отношению к детям и к своим семьям. И мы не простим. Мы просто не простим. Поэтому все, кто находится в списке, пусть готовятся. Они уже подписали себе смертный приговор. И это не шутки, это не угрозы. Это просто констатация факта. Кто-то хочет еще? Удачи. Ну, на эту тему Игорь Миронович Губерман хорошо сказал. Везде одинаков, господин посев. И врут нам о разности наций. Все люди евреи. Но просто не все нашли в себе смелость признаться. Руслан Александрович, спасибо вам огромное. Друзья, вы слышали информацию об оперативной обстановке из Украины по состоянию на 5 марта 11:30 по Киеву, 12:30 по Москве. Мы следим за развитием ситуации. Ну и да, конечно же, как всегда, слава Украине! Героям слава!